Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо. Жек, что-то хрень, подожди, давай перезапишем, что-то мне неудобно. А что-то за хрень у меня в кармане, Жека? А ну, подойди сюда, Нет, опять этот амулет, нет, Жека, нет! Опять, Жека, опять! Опять мы тут, Эдисон! Это все из-за наших подписчиков, они понаставили столько лайков, что это просто капец! Это просто жопа! Почему мы тут, мы троллить начинали снимать? Что мы тут забыли? Опять такая же хрень! Эдисон, ну знаешь, мне кажется, уже отмазываться просто вот хватит. Раз мы сюда попали, мы должны это пройти, мы должны здесь выжить, ради наших подписчиков. Да, подписчики, я даже не знаю, что нам сейчас делать, поэтому ставьте лайки, потому что, ну, раз мы сюда попали, нужно как-то отсюда выбираться, потому что мы даже обычные серии не можем начать записывать. Ой, слушай, ну ладно, пойдем, на чем мы тут остановились, я уже вообще забыл. Я даже не помню, я уже думал, мы сюда никогда не вернемся. Так, Жека, что нам делать? А вот знаешь, Эдисон, меня очень напрягает вот это дерево впереди. Очень напрягает. Дерево? А что оно тебе сделало? Стоит и стоит себе, а? Ну да, да, ты смотрю на лес, а там ходит дерево. В принципе, ничего необычного. Ну ладно, ты хочешь его угрохать или что? Идем туда? Да, да. Ну ладно, пошли. Я очень сомневаюсь, что мы сможем. Ну я не знаю, Жека, в этом сезоне надо все попробовать, прям все. Давай, я со стороны захожу, а ты прям в лицо ему давай. Плюй в лицо, давай. Давай. Всё, фига. Давай. Жека, что ты что-то не работает? Мне кажется, нужно его зажигалкой, Жень. Я не знаю, почему у меня первое предположение, что его нужно зажигалкой. У меня нету зажигалки, Жека, так что. У меня есть железо, у меня нет. У меня железо тоже есть, кремня тоже нету. Ладно, пускай себе живет, пока пускай живет. А, да чё это? В смысле? Ты голый опять, Эдисон! Да твою мать, опять голый, Жека! И я тоже голый, да ну как? Да, похрен, ты у меня как Стив обычно. Ну ладно, что я голый? Ладно, давай, слушай, пофиг. У нас небольшие проблемы, солнце уже в зените, нам нужно быстрее бежать, пофигу на это дерево. Да пофиг, а куда мы еще пойдем, Жека? Я не знаю, я вижу, что там впереди башню, мне кажется, нам нужно... Чё, мне кажется, там не очень безопасно будет. Жека, я вообще предлагаю, нужно вспоминать первые правила, основные правила Майнкрафта, выживания. Нам нужно домик построить, чтобы вообще нас ночью не загрызли. Ну смотри, давай мы, короче, сходим в эту башню, а после этого сразу пойдем строить домик. Домик, ну хорошо, пошли. О, я надеюсь, сейчас, кабанчик агрессивный. Кабанчик. Еще один кабанчик. Еще один. Убил, давай. Давай, проходим. А что вообще за башня, ты знаешь, что там есть? Хрен его знает. Что-то какая-то не очень такая приветливая башня. Так, у меня есть кирка, поэтому Жека... А, у тебя тоже есть. Всё, пролазим. Спавнер, Жека, спавнер! Ой, слушай, Эдисон, только меня не бей, давай я защищаю. Ты ломай, давай, сама. Опа. Всё, так. Хорошо. Ладно, Жека, может ниже спустимся, тоже еще один этаж? Или выше? Не, давай лучше пойдем выше. Давай, пошли. Давай за мной, Жека. Давай, я буду ломать, а ты будешь отбиваться, хорошо? Хорошо. Давай, Жека, давай вот так. Я тоже. Да, все, готово. Травили. Готово. Так. Слушай, а у тебя вообще есть место в инвентаре? Нифига нету, нужно выложить всякие каменные вот тут инструменты, вот это. Нормально. Я даже не знаю, что выложить. Давай, ладно. Сейчас, подожди. Пойдем. Подожди. Готов, пошли, Жека. Так, все, вперед. Давай, Жека, я ломаю. Ломаю. Боссы. Убил. Смотри, что мне выпало, Жека. Зачарены. Жестокий, потопали. Ой, тут скелеты, зомби. Где? Давай, Жека, отбивайся, я сзади постою. Ой-ой. Эдисон. Жека. Ой, меня травили! Сейчас! Все, Жека, все готово. Смотри, что такое? С одного удара? Ладно. Ой, там удочка. Я от страха выкинул кирку куда-то. В смысле выкинул? Куда выкинул? Ай, Жека! Жека, меня скинули! Смотри, может там моя кирка где-нибудь? Снизу. Подожди. Нет, ничего тут нет. А может она еще ниже упала, не знаю. Да пофигу, ладно, без кирки. Так, Жека, дай я похаваю, сейчас приду. Жди меня, Жека. Ой, нет, Эдисон, я без тебя никто туда не пойду. А где-то. Ой! Давай, Жека. На лестнице стою. Ой, он тоже в шляпке! Шляпки, Жека, я ломаю спавнера! Я их бью! Ай, Жека!
Где? Убей вот этого дебила, убей дебила! Так, все. Отлично. О, это меч там, ну блин, это... Это мне, Жека. Ну ладно. Держи. Держи. Спасибо, да. Не за что, Жека. Так, когда там уже конец, когда там... Опа, Жека, это почти... Это последний этаж, вроде. По-моему, еще два. Еще два? Нет. Ай, куча пауков! Их тут слишком много! Жека! Давай! Я тебя жду! Ломай пока! Сломал, давай! Опа! О, нормально! Я смотри, какой одетый уже, офигеть! Не, на тебе еще что-то. Сейчас, на тебе шлем, а тут какой-то голенький. Ой, на спасибо! Нужно делиться, Жека! Да. Пошли! Ты что, охренел? А еще это тут, смотри! Подожди. Это... А вот тут, походу, сейчас будет, не знаю, что там. Там алмазики были, ну ладно. Это вся башня, что ли? Смотри, там еще деревья снизу. А зачем мы сюда пришли вообще, у меня такой вопрос. Ну не знаю, хотя бы мы нормально ресурсов налутали. Опа, Жека, смотри, иди сюда. Лаки блок вот там. Да? А ну, иди, лови его! Что там, Жека, в лаки блоке, я что-то там нашел. Эдисон, там нифига не было. Жека, я боюсь. Жека, чё? Мир... Нужно убрать вейпоинт. Так, вейпоинт. Жека, я пошёл, я спускаю, Жека. Давай за мной. Не хочу я лететь просто вниз. Я не... Как убрать вейпоинт, Эдисон? Я не понимаю. Жека, босс! Какое? Где ты? Я его убил, а там ничего не было. Ой, так. Эдисон, мне нужна помощь, как убрать тупой вейпоинт. На G нажми, G, жопа. Так, жопа, дальше. И вот там жопа, потом вейпоинтс и удалить. Сверху. Вейпоинтс. На жопу нажми, на жопу. Риму. Да, всё, вот, молодец, всё, молодец. Всё, пошли, Жек. Я знаю, что я спрыгну, наверное. Я буду прыгать по этажам так. Оп. Я сейчас, главное не умереть. Есть. Так, Жека, а, ты... подожди, а где лаки-блок ты видел, я еще не помню. Ой. Вот там, куда ты упал случайно, вот там он был. Случайно. Где? Чё-то я не помню. Одно хп! Панику, Жека, смотри. Нет, тебя я вижу. Два лаки блока. Смотри, там еще дальше один лаки блок. Давай, это тебе. Потом следующий мне. Нет, Жека, иди открывай, это тебе. Ну ладно, хорошо. Опа! Жека, знаешь, что такое? Я знаю. Ай, ты вытащай тебя, кусок! Жека! Эдисон! Жека, ты даунич или что, я не могу понять. Ты сказал, я знаю, что... Подожди, я знаю, ты мне не дал сказать, что это такое, Жека. Я думал, ты что так хороший? Да там, у тебя была монетка. О, смотри, сколько железа. Там была монетка, ты понимаешь, там могло нам выпасть или куча всяких полезных ресурсов, ну или ТНТ на голову нашу, поэтому нам не повезло, если что. Ну ладно, в следующий раз повезет. Так, Жека. Так, Эдисон, уже темнеет, мне кажется, нужно... Подожди, там еще один лаки-блок где-то был. Иди сюда. Вот, давай ко мне. Так, подожди, бегу. Так, ты где? Да вот панику, смотри, вот. Да, все, вижу, блин, темнеет. Это мне, Жека. Ну давай. Спасибо. Забирай себе, Жека. Я не хочу. Не, у меня уже места нету, куда? У меня тоже нету. Жека, куда нам идти? Я не знаю, Эдисон, я вообще не знаю, куда мы можем пойти. Не хочу я в темноте бегать. Так, тут эти деревья, они меня напрягают немножко. Какой-то слон. А, слон бьет! Какой слон? Ух, я убил слона! Не тут ты. А ну давай вот этого еще раз. Не бьется. Жека, гон на полянку, там есть полянка какая-то. Больше места. Давай, быстрее. Пошли. То в лесу как-то не особо круто. Го. Давай, бежим. Иди сюда. Ой, смотри, сколько свинюх. Давай завалим их, Жека. Там что, крипер? Да. Ой, тут еще есть скелет. Эдисон, мне кажется, нужно срочно строить какой-то дом. Да, мне тоже так. А у тебя есть шерсть? Одна только. Да, у меня такой. Тоже одна. Нужно, такой нужно, как бы, 6 штучек тогда. Подожди. Скелеты тут всякие. Давай. Змеи, тут вообще жесть какая-то творится. Жопа какая-то. Ой! Жека! Что такое? Да что ты тут? Не так. Паук с вагонеткой на башке. Еще один паук, Жека! Так, все отлично. Все. Так. Эдисон, куда мы бежим? Где мы будем жить? О, там что-то есть впереди. Где? Там что-то есть, Эдисон! Что-то вперед, есть? Вперед! Подожди меня! Эдисон, там какой-то эндермен. Не смотри на него. Ой, он на меня напал. Меня замедлили, что происходит? Эдисон, это какой-то босс! Помоги! Я не с ним! Я в домик! Я почему-то задыхаюсь, как будто... Да, давай в домик! Жека, ой. Я задыхаюсь! Чё за звуки?
Слышишь? Да. Не открывай дверь, дебил! Я его хочу убить, это какой-то... О, нет! Это босс, это прям Басяндра-Басяндра! Да-да-да, я не знаю, что с ним делать. Эдисон, ну давай, Вадим, будем по удару ему делать и, короче, отбегать. Давай, Жека! Жека, не-не-не-не-не, он какой-то слишком жирный, Жека! Эдисон, убегай, я его фигачу! Жека, он слишком жирный! Все нормально! Эй, что выпало? Какая-то хрень выпала, что там? Слушай, с него выпала какая-то эндерголем хорп. Это рок, короче, этого эндермена. Жека, смотри, дебил. Смотри. Опа. О, лаки-блок, Жека, госгоняем туда быстренько, к лаки-блоку. Пойдем. Смотри, еще одна деревня. А да, что за домик вообще? Там ничего не было. Просто укрытие такое. Ай-яй-яй! Это паук! Босс-паук! Босс-паук? Босс-паук! Подожди меня! Какая овечка прикольная, смотри, овечка с короной на голове, прикольная овечка. Три здоровья, ты с овечку рассматриваешь, прикольно, овечка такая, ладно, помогу тебе. Ой, Жека, у меня, куда он ты пихнулся, что это такое? Что-то я тоже ничего не понял, ну ладно, я заберу шерсть. Жека, там есть еще две овечки, но давай сначала загоняем вот сюда к лаки-блоку. Смотри, тигр, Жека, тигр. Ой. Ты ёкарный баба. Какой А чё он там крутится возле лаки-блока? Чё за звуки? Не знаю. Это, Жека, ты пёрнул? Нет. Ай, крипер, Жека! Ой. Всё, хорошо. Смотри, Жека, иди сюда, обратно. Это что такое ходит? Смотри. Ладно. Тигр. Ой, да сколько вас тут... Так. Жека, я не хочу туда к Пэкмену идти. Так кто пердит? Я не знаю, какая-то жаба какая-то здесь сидит и... Так, Жека, ну, нужно забрать этот лаки-блок, только я боюсь туда. Два Пэкмена! Там два Пэкмена! Ну захрен! Жека, я пойду. Жди меня и надейся, потому что давай, я вернусь. Я пока морковку похаваю, давай. Я вернусь, Жека. Давай. Нету лаки-блока, нас обманули, Жека! Облава! Ай, Жека, я упал! Валим! Это куда-то упал. Жека, я упал. Тут облава была. Сейчас, жди меня. Всё, я тебя жду, побежали. В деревню побежали, Жека. Ой-ой-ой-ой. Что ты тут? Так, короче, смотри. Давай мы облутаем деревню, и после этого сразу днем пойдем строить дом. Хорошо. Там еще овечки есть, нужно шерсть забрать, не забудь. Хорошо. No problem. Пошли. У меня как бы шерсти много. Да? У меня три штуки целых. У меня одна. Он все стырил, конечно, поэтому... Жек, наша добыча. Жек, у меня хапчика нету. Дайте, я сейчас дам, подожди. А у нас какой вообще хард стоит или изи, или что? У нас нормал стоит. Нормал? Что-то как-то... Дай. Ну на тебе, нет, не вот это, шерсть я хочу, шерсть. А, шерсть, я думал, тебе еды нужно. Ну, спасибо за еду, но я шерсть хочу. Да. Спасибо, Жек. Так, смотри, куда идем? Так, я не знаю, куда мы идем. Ой, что-то сейчас что-то пролетело, мне это испугало. Ну ладно. Так, куда? Я не знаю, где мы будем жить. Я тоже не знаю. Опа, что такое, что за домик такой странный? Смотри. Ну, в принципе, рядом с деревней жить очень круто, потому что можем тут торговаться. Да, я не знаю, что за домик такой странный. Это котёл. Есть тут кузнец где-то, может там у него что-то будет. Во, кажется, вот это... Нет, Опа, это что такое, смотри. Аптека, Жека, аптеку! Нужны таблетки от башки. Аптека? Смотри. Ничего у него. Ой, нифига, реально, можно что-то глину покупать. Но это полезно, наверное. Это полезно, да, глина, да. Это прям как из пармезан. Да, такой, нормально. Так, что-то нифига тут нету уже, как что-то. Может переночуем где-то? Или нет? Ну, можно. Прям сейчас так уже будет день. Да? Тогда не надо, хорошо. Не, ну хотя нет, давай переспим реально. Мне вот прям, Жека, интересно. Вот прям интересно, что это такое? Не могу понять. Жека! Спаси меня! Я выйду из дома! Меня шатает по всему дому! Жека, где я? Подожди. Я не знаю, я стою на окне, например, вот как тебе? Подожди. Десанта, хватит, всё. Ты там делаешь? Интересное. Нужно её, не знаю, верни её, это моё, Жека. Нет, верни! Теперь это моё. Ладно. Только... О, смотри, Жека, что там за домик ещё какой-то? И джунгли, и домик какой-то. Слушай, просто в этом мире творятся... Ай, ну что это хрень? Смотри, как ты видел её в башку. Жека, лаки-блок. Это домик эндерменов, я понял, я туда не лезу. Пацаны, я опять не с ним, поэтому делайте с ним там, что хотите. А, понятно, да, вот так вот, да? Ай, крипер! Спасибо. Еще один крипер, Жека, я застрял! Вот, я не с тобой! Жека, помоги, Жека, пошутил! Да, я не с тобой, у меня тут своя туза с эндерменами. Ой, пацаны, вот сейчас я точно не с ним.
Так. Эдисон, как бы я все понимаю, да? Ну. Ой, сломал кебла. О, что там выпало, Эдисон, подбери это. Да всякая хрень там выпала, ничего там полезного. Жека, давай валим отсюда, нахрен! Побежали. Куда валим-то? Ты смотри, сколько эндерменов за нами гонится. Давай отсюда валим поскорее. Что тут за прыжок? О, еще один эндермен. Че он припехнулся куда-то? Странный какой-то. Так, все, тихо. Зомби босс, Жека! Где да боже ж ты мой, у меня 2 хп! Сейчас убьют меня! Крыса меня бьет. Медведь еще стоит! Еще бы 2 пэкмана, Эдисон! Еще ты. Я посрался прям, когда он меня ударил. Где 2 пэкмана? Где 2 пэкмана, Жека? Вот 2 пэкмана, боже, слева. Ни хрена себе, давайте валим отсюда. Я не хочу, Эдисон, я не хочу в джунгли. Давай вернемся поближе к деревне и там будем жить. Думаешь, туда? Это что за хрень? Ты слышите звуки? Какие звуки? Какую-то, бля, муха. Девочки. Девочки маленькие, которые шепчут тут что-то. Я прям обосрался, честно. Какие девочки? Девочки какие-то. Мне нужны девочки. Девочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри! Ну ты как побежал. А может ты были девочки? Смотри, там скорпион какой-то, Жека. Да? Да. Ой. Я и панда. Я хочу панду, Жека. Ой, Жека, помогай. А все. Ой, маленькие скорпиончики. Жека, у меня полздоровья, Жека. Спасай меня. Мы так можем, давай мы уже успокоимся и где-нибудь начнем строить гребаный дом. Ну ладно, пошли к деревне. Все, пойдем. Ой, тут еще эндермены. Что это за лайк или что это такое? А, это шапка. Ай. Видишь так, шапку? Это знак, что нужно ставить лайк. Да, это знак. Давай убьем его. Да, убивай. Молодец. Пошли. Пошли, Жека. Погнали. Ой, так. Как сложно. И чё, куда? Я не знаю. Давай где-то вот тут, может. Вот тут. Прямо вот сейчас. Я тут по-быстренькому кое-что чекну. Сейчас. Возле домика эндермена прям идеальное место, чтобы построиться. Да, сейчас я тут как раз убью их ребенка. Вот, захожу. Ты шо? В смысле ребенка? Тут ничего нету. Тут ничего нет, Эдисон, все чисто. Все чисто, нормально. Ну хорошо тогда. Тогда хорошо. Ой, что-то меня шатает, тошноту не накинули. Ой, криперы. Ой, Жека, ты где? Жека, помогай. Ой. Останьте от меня. Ай! Все нормально. Так, Жека. Что, будем строиться тут где-то? Да, мне кажется, вот тут где-то. Давай вот поближе к лесу, чтобы мы смогли еще за деревом ходить. Давай, да, где-то вот тут. Кажется, прямо здесь будет нормальное место. Ой, что, строимся тут? Да, мне кажется, у нас будет очень красивый дом, Эдисон. Давай. Эдисон, у нас появился верстак. Верстак, нифига себе, ладно, сейчас дерево добуду, а то у нас вообще дерева нету. Короче, я сделаю 2 сундука, чтобы как бы там складывать, все, вот. Будем себя бегать и делать потихонечку домик. Давай. Что это ты такое делаешь? А интересно. Вот домик такой, вот прикольный домик у меня получается. Да, очень крутой. Жека, мне хапчик нужен. Хапчик, дай хапчика. Вот, да, спасибо. Это пожаренный. Можешь ты найти рецепт Adventure Backpack'а? Adventure Backpack'а, да? Нам нужно срочно его сделать. Я не знаю, что для него нужно, но ему нужно. А как посмотреть? Options, Inventory, Recipe, да? Recipe. Там нужно О нажать, когда инвентарь открыл. Чё понять не могу? Что-то мне твой нос уже не нравится. Да не, много тут ничего не надо. Нужна кожа, один спальный мешок, золото и блендер. 2 блендера. Какого нахуй? Можешь по-русски говорить, я твоя не понимаю. Ну, короче, 2 железа. Жека, 2 железа. 4, 5, 6, 7, 14 стекла. Одно золото, спальный мешок и 4 кожи. И сундук. Жека, у меня тут... еды, а? Говорю, у меня тут темно уже очень. Давай возвращайся, то мне страшно. Надо переспать. Не надо нам переспать, успокойся. Поставь где-нибудь кровать, это нужно срочно переспать с тобой, Эдисон. Нет. Все. Не буду я ничего ставить. Нужно срочно переспать. Вот себе я сделаю кровать, тебе не сделаю. А как? Мы тогда ночь не пропустим. Ну хорошо, сделаю, только не со мной. Спать? Сейчас. Да нет, давай вместе. Не хочу я вместе, успокойся. Давай. Да нет. Давай. Да нет! Мы же друзья, давай. Нет, Жека, не надо. Там говорят, что вы братаны, понимаешь, нам нужно спать вместе. А что Юльке скажем? Юльке скажем? Ну, блин, да, Эдисон, да, давай. Да, пофиг, типа. Да она не узнает. Ну хорошо, я согласен. Ну все, давай телепортируйся. Давай, доставай. Давай, я уже там поставил. Раздвигай ворота. Раз-два, Эдисон.
Ну шо там? Эдисон, я тебе должен кое-что вручить, срочно кое-что вручить. Ой, ну ладно, давай, давай. Держи, Эдисон. Нифига себе, прям подарочек, да? Я правда не знаю, как им пользоваться. А, вот, короче, ты нажимаешь, нажимаешь, слева такая есть кнопочка, во. Все, у меня есть рюкзачок. В смысле? Куда, куда нажимаешь? Куда нажимаешь? На него нажми, там слева будет какая-то фигня, такая стрелочка типа вверх. Не вижу. Вот, пробуй. О! О! А как его открывать? Как открывать его? Так, это сложный вопрос. Сейчас, подожди, подожди. Ну, вот, прикольный, прикольный. Хорошо, бэм. Да, ура, у меня есть инвентарь, ура. Ура, как круто. Да, прикольно, прикольно. А что тут все какое? Коричневое, синее? А тут, типа, можно что-то крафтить или что, мне кажется? Не знаю, не знаю. Смотри, сейчас что? Да, тут можно крафтить, тут можно вечер бэкпаки крафтить, ты прикинь. Да? А как? Да, вот видишь, это справа такая вот коричневая. А, это типа верстак, да? Да, нифига себе! А зелененькая просто склад, наверное. А, зелененькая. Как мы знаем, может какая-то такая. Может, подожди, может это печка? Не, не печка. Не. Ну, какие-то еще ведра можно засунуть, типа можно пить, что ли, или я не знаю. Не знаю. Жека, Жека, я тебе подарочек несу. Завтрак, завтрак. Жека, иди сюда, иди сюда. Завтрак, яичница, держи, яйцо змеи. Нифига себе. Иди приготовь там себе что-то. И что с ним можно сделать? Ну ладно, хорошо, допустим, я съем его. Давай, давай. Ой, ну что с ним сделал? Я прям камыш нажал и куда-то... О, посадил куда-то его. Ну чё... Ой, оно, да, оно посадилось. Вырастет. А может реально я короче, дома поставлю, вдруг у нас вылупится? Да, прикольно, сейчас бы дочь... Это же дурак, Жека. Я чё, я поставил, всё, пусть вылупляется. Круто. О, choose your pet name, вылупился, вылупился! Так, я назову его... Эдисон. Нет, я не знаю. Нет. Стефанчик, Стефанчик. Я... Стефан, да, Стефан... Нет, зову Пупок. Пупок? Пупок. Смотри, Пупок! Где, подожди, подожди, подожди! Смотри, Пупочек! Я хочу... Ну покажи! Ну иди сюда, вот при Пупок сидит. Прикол. Пупок! Прикол. Все, сиди, мой Пупок, сиди. Можно как-то покормить? Ну, ешь. Ой! Эдисон! Он у меня в руке! Где? Вижу, да, прикольно. У тебя на голове он. Да. Как его обратно? Ой, все. Ой, его больно. Ладно, иди ко мне, моя пусечка. Ну, Жека, мне кажется, в первой серии Домика сойдет. Он убегает, подожди! В первой серии Пупок убегает. В смысле? Все, дверь закрой и никуда не бежи. Все, все, Пупок, сиди здесь. Никуда не двигайся. На, поехали. Ну что, Жека? Ах, ну да, как я говорил, уже домик так на троечку, да, нормально сойдет, конечно, на троечку, да. Жека, подожди, подожди. Надо писюн показать напоследок. Писюн? Писюн. Не! Эй, вот он. Я тебе показываю. Вот писюн. Вот он, вот. Берите меня. Берите меня. О! Ну что, Жека? Что будем делать? Что будем делать дальше? Мне кажется, на этом нужно закончить эту серию. Мы, в принципе, так уже сделали довольно-таки много в этом мире, да, Эдис? Да, очень, даже очень. Ох, ребят, я даже не знаю, что нам сейчас делать. Наверное, нужно поставить много лайков. Я не знаю, сможем ли попасть еще раз в этот мир или нет. Как же, ты думаешь, сможем? Я не знаю, мне кажется, нужно идти спать срочно. Дочь наступает. Спасибо всем за просмотр. Да, ставьте лайк. Дальше двери закрыл. Все, все, спокойно. Давай. Кровать, где моя? Oh.